В Уральске прошло очередное заседание политического клуба. На встрече представители различных партий высказали свое мнение насчет острых общественных и социальных проблем региона. Расширенное заседание политклуба носит название «Актуальные проблемы в социально-экономическом развитии региона». Диалоговая площадка – отличная возможность поднять острые вопросы и попытаться найти пути их решения. Каждый из политических партий может принять участие в обсуждении. Встает вопрос дальнейшего государства нации. Посмотрите, без войны в мирный период семьи ориентированы на рождение одного ребенка. Это говорит о социально-экономическом положении в стране. Почему не хотят большего? Они боятся, переживают. Завтра что будет с работой и так далее, и так далее. Как мы, сможем ли мы прокормить, там, обучить и так далее. Смертность не только по возрасту, а также, как я уже говорила, от состояния здравоохранения, уровня жизни населения, от экологии, от криминологической обстановки и так далее. К сожалению, демографический кризис сегодня определяет более острые кризисы в будущем. Нужны эффективные меры борьбы с ним. Экологические проблемы также были затронуты на встрече. Несмотря на относительно благополучную обстановку, в Приуралье нужно взяться за охрану окружающей среды более серьезно. В настоящее время у нас, конечно, по Западно-Казахстанской области есть приоритетные тоже свои вопросы. Это река Урал, Карачаганак, Капустин-Яр. Вот, все эти вопросы в настоящее время она находится под контролем департамента экологии. И я думаю, что в дальнейшем все эти вопросы у нас будет с повестки не сняты. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.